Химкинский Арбат звучат фронтовые песни, стихи о войне, рассказы о подвиге советских солдат. Повод – годовщина крупнейшего танкового сражения под Прохоровкой на Курской дуге. На патриотической встрече, состоявшейся в рамках проекта «Герои Химок», вместе с жителями города память героев почтили лидеры движения общественной поддержки Михаил Раев, Татьяна Кавторева, Валентин Герасимов, Ирина Беляева, Надежда Смирнова, Галина Болотова, Юлия Ишкова. 12 июля 43 года состоялось самое масштабное сражение, танковое сражение под Прохоровкой. Мы потеряли там свыше 320 танков, более 7 тысяч солдат и офицеров. Это, конечно, страшная цифра. Хочется одного, чтобы никогда больше не было войны. Участники встречи рассказывали о героизме советских солдат. В той кровопролитной битве было немало химчан. Все памятные даты всегда отмечаются в нашем городском округе, потому что наши жители, горожане, принимали участие практически на всех фронтах. Об этом свидетельствует интервью, которое мы сегодня берем в рамках проекта «Виртуальный музей», который был создан по инициативам наших жителей. На сайте виртуального музея «Химки. Все для фронта, все для победы» можно узнать истории участников Великой Отечественной войны. Контент музея собирали жители города вместе с лидерами движения общественной поддержки социально значимых инициатив. Они документировали воспоминания очевидцев тех страшных событий, чтобы ознакомиться с героями «Химок» было возможно из любой точки планеты. Для лидера движения общественной поддержки Надежды Смирновой 12 июля – особая дата. В том сражении воевал ее отец и был серьезно ранен. Никто не может переписать историю нашей страны. Мы всегда будем помнить наших отцов, дедов. И мы говорим им низкий поклон за то, что мы живем в мирное время. По словам лидера движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Валентина Герасимова, память о подвигах старшего поколения позволяет воспитывать чувство гордости за родину у молодежи. Скорбим и рады, в том числе, наверное, за тот вклад наших химчан в великую победу над врагом. Будущее за вами. За молодые. Любите нашу родину. Созидайте. Проект «Герои Химок» стартовал 9 мая. В его рамках проходят встречи, круглые столы и реконструкции ключевых сражений. Задача проекта – увековечить героизм химчан, фронтовиков и тех, кто ковал победу в тылу.